Певицу Мэры обворовали в аэропорту. В аэропорту Борисполь воры украли из чемодана певицы Мэры в бижутерию, приняв ее за драгоценности. Певицу Мэры, которая стала победительницей национального отбора на Евровидение 2019, однако от участия отказалась, ограбили в аэропорту Борисполь по возвращению из Тель-Авива. Об этом певица сообщила в видео в Instagram Stories в субботу, 30 марта. Исполнительница рассказала, что возвращалась в Киев из Тель-Авива, где 29 марта давала концерт. «Неприятный инцидент произошел у меня в аэропорту Борисполя. Какие-то очень хитрые ребята, которые думают, что я вожу драгоценности, вскрыли мой чемодан и уперли все, что смахивало на драгоценности», сообщила Мэры. По словам певицы, что ничего ценного в чемодане не было, и она спокойно перенесла кражу. «Тщательно пакуйте свой багаж, потому что рискуете быть взломанной, как я, у меня не было, конечно, ничего ценного, но ребята подумали на бижутерию, что это бриллианты, золото и серебро и просто это повытаскивали», подчеркнула артистка. В России Мэры признали прорывом года. Ранее сообщалось, что певицу Мэры наградили украинской премией «Юны» в номинации «Лучший электронный хит». Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и http://teamikorrespondent.net. По материалам сайта news.gr.com.